Здравствуйте, меня зовут Мейрбан. Я приехал из Синьцзян Уйгурского автономного района Китая. Я учусь в Новосибирском государственном педагогическом университете на втором курсе магистратуры. Песня, которую я исполняю, называют «Гульдарига». Это народная казахская песня, у нее мелодия медленная и прекрасные слова. Обычно казахские народные песни очень похожи друг на друга. По содержанию родных краях и родителях и возлюбленных. Песня «Гульдарига» как раз относится к традиционной казахской музыке. В песне рассказывает о казахской ауле жил и живут в гармонии с природой. Слушая песню, вы представляете сельскую суету и прекрасную природу и добрых и трудолюбивых людей. Я с детства часто слышал эту песню, ее традиционно исполняют на свадьбах и на других праздниках. Я первый раз услышал ее исполняют моей бабушке. Теперь слушайте вы. Басында баян ауыл ойнайдар қар сарқырап, таудың суы төмен тартар гүлдәрігай. Бір көскен көшкен тайдан құрбым едім көңілім. Саған деген қашан тарқар гүлдәрігай. Ахау, гүлдер айым, күн мен айым дәрігай. Арманым көп, не ғылайын гүлдәрігай. Мүнгенім дәйін менің тарлан шубар мойнына. Тарлан шубар тақтым тұмар гүлдәрігай. Есіме сен түскенде беу қарағым өзің. Бір көруге болдым ғой зар гүлдәрігай. Ахау, гүлдер айым, күн мен айым бәрігай. Арманым көп, не ғылайын гүлдәрігай. Арманым көп, не ғылайын гүлдәрігай. Спасибо.